Пересядь с иглы мужского одобрения. Так, ладно, понеслась у нас тем временем. Ох, что это за второй удар ногой был, который поймал степ лайва? Так, вейки. Ух, нет. По сожалению, к джастфрейму порит Фалко. И... Все для него пока печально. Ой, это должно быть килл. Странный выбор комбы сейчас был от Райза. Мне кажется, он что-то подзапорол. Должно было убивать, конечно же. После усиленного арда. Так, ой, даже без стойки пытался выкатить сейчас Фалко. Может быть, он накручивал командничек, но даже без этого всадил просто лаунчер. Так, даже не пытается перезонивать за Айву, а сам бежит. Что-то атакует. Наверное, не самая лучшая тактика за этого персонажа, честно говоря. Ох, хорош. Гардбрейки, неплохо. И схватывает Рейе своим лицом. Немного дэмиджа от Геральда. И вейки, вейки, еще один. Ох, неплохо. Хорош. Ах, какой подлый рингаут. На секундочку расслабился буквально Райс, и этого хватило, чтобы Фалко его выкинул. Ух. Парсок не удался. Отпокиваются друг от друга. Да, опять лоу стойки. Хороший вейк. С ним сложно бороться. Надо гигать на реакцию. Не самая простая теха. Ой, гардбрейк не достает. У, запор. Должен был убивать уже его Фалко, но еще немножко Геральт поживет и может быть даже камбэкнется. Вейк, еще один удар. Хороший паниш Фалко. Причем Райс пытается миксить, но не поддается на это Фалко. Ух, как все больно заходит-то. Сколько дэмиджа у этого персонажа в вейке. Опять гардбрейком. Сбейтил. Так, но это не наказать на таком рейнже, конечно же, за его очень сильная опция и стойки. Так, это боль. Это боль и главное вейк. О, решает тратить метр. Интересное продолжение у Райза сейчас на самом деле. Сбейч на ультра и паниш. Не... А он что сделал? А он сколько? Хорошо сбейтил Райс, но, к сожалению, паниш выбрал совершенно неправильный. Должен был забирать этот раунд, но в итоге проиграл целый бой. Так, контрпика у нас нет, просто решает сменить арену, значит, Райс. Окей, видимо, ему не понравилось вылетать. Как это было в предыдущих раундах. В принципе, хороший выбор, да. Очень многие опции будут уже лимитированы в лайве. Так сильно она выкидывать не будет. Ну, хотя здесь тоже есть места, где персонаж может вылететь. Вейкер. Ну, Фалко хорошо на вейках угадывает, на удивление. Пока что ничего, Райзу профита никакого он с них не получает. Ух, странная попытка нижним броском вейкнуть. На таком рендже это и не должно работать. Еще один вейк. Ох, ловит. Неплохо. Сейчас сбейтил попытку дешевого рингаута. И я не знаю, сколько фреймов ашки у Геральда, но это наказывается. ФЦ 3Б. Айвы что-то минус 10 или минус 12 даже, наверное. Это надо наказывать, а то этот спам дешевый будет очень надоедать Геральду. Ух, ну. Райс прям неплохо. Ну да, очередной вейк пытается сделать Райс. Он уже и так помиксил, и так, и бросок, и мид, и лоу, и все. Фалко угадывает. Удивительно просто. Хорош. Но в контрхит он отжирает. Ух,
Ух, Lethal Hit, видимо, второй удар в контрхит съел Фалко. О, командник накрутил, красавчик. Как будет вейкать? Я бы еще один командник, но Райс, да, отлеживается. Неплохо. А, надо было это наказывать сильно, конечно. На авто и Геральта большой, огромный минус. Там можно сделать все, что угодно, любой лаунчер. Ух, еще один командник, красавчик. Ну, Фалко, я смотрю, просто так отдавать этот бой не хочет. Пытается в камбэке. И вот, да, в первом бою он совершенно не делал бросок, а здесь он на него перешел, и это дает свои плоды. Но, к сожалению, в одной атаке Райс снял уже больше половины хп Фалко. Так, и теперь жюри Фалко даже с фейками не угадывает. Ух, неплохо отзонивает. Пойманы. Пойманы и наказаны. Фалко, не надо, конечно, бежать. Ничего себе, перебил. Вот это вив паниш. Вот это было круто. Очень так сильно в сторону показал сейчас Айви Фалко. Так, и у Фалко тем временем есть ультра. Это надо быть очень, значит, аккуратным Геральду. Потому что она его в любую дырку может засунуть. Хороший паниш броска. Много. Командный бросочек опять был. Вифан. И вот она залетела все-таки. Хватит ли демержа? Ох, последняя пока остается. Что это? Круто.